Вы мастер татуажа, и клиенты жалуются, что у них разные брови, и вам трудно найти симметрию? Лайфхак. Нарисуйте сплошную линию от излома и до излома по нижней линии тела брови, и тогда вам будет легче найти симметрию. Привет, меня зовут Елена Нечаева, я создатель сети школ татуажа. Часами рисуете эскиз, а клиент все недоволен? Не понимаете, как исправить разные типы несимметричных бровей? Жмите подробнее и посмотрите мой онлайн-мастер-класс по исправлению асимметрии. Если у вас есть вопросы, напишите их в комментариях, я лично на них отвечу.